Всем доброго времени суток. Не знаю уж почему, решил сегодня я что-то с кастингом прошвырнуться. Взял свой вот такой эксклюзивный кастинг, собранный у нас на бланке экспериментальном от Серебряного ручья серии Jig Pro. Вот с такой крутой надписью. Сейчас посмотрим, какие тут злые рыбы будут. Оснастил касситосом. Леска 0,35. Ну и буду пробовать чего-нибудь поймать. Просто так, чисто тренировка, чисто прогулка. На первых забросах не зверствуем, не пытаемся запулить за горизонт. О, оба-на, первый заброс, все, пропала рыбалка. Кстати, первая щука. Ой, блин, на эту снасть. Вот такой супер злобный шнурок. Ну что, надо шпотать. Ты ж не поверишь, что я тут щукану пластаю. Дождичек моросит. Поэтому я сегодня оделся в мембранку. Беги. И буду ходить, наверное, уже впустую. Потому как на первом забросе поймал рыбу. Да. Ну ладно, что ж теперь. Потренируюсь тогда хоть. Какая-никакая покупнее щучка вылезет. А может уже никто не вылезет. Пропала рыбалка. Оверхед заброс. Зимой в кабинете тренировался. Так что на воду не совсем валенка вышел. Потому что кастинг — это такая штука, что с кондачка-то не сразу возьмешь. Ну, теперь можем подальше маленько пробовать кидать. Потом осевичок можно немножко отпустить. Испортил мне шнурок всю рыбалку. Для более точных забросов оверхед, конечно, получше будет. А так, где есть размахнуться, боковой заброс он вроде как попроще. Да.
хочет больше рыб клевать. Пойду дальше, не буду терять время. Ну, хоть потренируюсь в забросах. Потом водный рог поставим. Попробуем. Может, силикончик. Кстати, 5 грамм плюс силикон кидает нормально уже. Тормоза у меня все на середке. Что те, что те. Зарастало все уже. Ладно, пойдем на ту сторону. Что-то решил с этой стороны пару раз запулить. Потом туда пойду. Но здесь, блин, мелководье вообще. Кстати, насчет заброса. Ну, метров на 30 летит мне за глаза. Ну да, метров на 30 летит нормально. Дальше закину разок. О, ну так сколько наглых. Всех щук не распугали тут. Бутник, я не пойму, что ли щука, то ли утка. Что, здесь попробуем. Вдоль бережка. Так, не спеша. Не хочет рыб клевать. Я за какую-то фигню все цепляюсь. Эх, надо было брать хиробуну и идти ловить злобных карасей. Мелкий шнурок испортил мне всю малину. Ладно. Будем тренироваться. Это истоптано все тут, наверное, спиннингистов, как собак не резано. О-о-о. Вот это неприятный штук. Но лечится очень легко. Катушечку на бок поворачиваем. Стягиваем до чистой лески. Перехватываем вот так. И наматываем все это дело обратно. Камыш поймал. И борода. Вот и все. Попробуем воблерок. Вот такая вот. Не знаю, видно, нет. Поясная коробушка, которые у меня лежат
всякие интересные вещи. То есть для оперативного наборчика такого самое то. Поставим-ка айка-специалиста. Коробочку закрываем, защелкиваем, и ничто нам не мешает. Тормоза пока не переставлял. Не помню, сколько он весит. То ли 7, то ли 9 грамм. Палка джиговая. Твичить как-то не так, чтобы очень, но вот такие маленькие бублерки, в принципе, нормально. Нормально, не буду тормоза перестраивать. Он играет, подлый щук, а шнурки, наверное, балдеют. На твичинге не хотят, на равномерке не хотят. Stop and go. Тоже не хотят. Погода-то самая щучья. Так, ладно, туда еще разочек сейчас закину по травке. Пойду дальше. Слушайте, нравится мне кастинг. Реально. Такой прям классненький, эргономичненький. В руке лежит как надо. Пуляет так же. Может, повыбивали уже всю щуку. У нас тут специалистов сейчас завелось много с живцовыми удочками. Че? Там много ума не надо. Закинул живца и жди, пока сожрет. У меня уже у верха это так более-менее начинает получаться. Но в траву закинул. Как-то поуверенней. Ничего, еще пару лет. И тошина ринамики плакать будет, когда будет кино про мои рыбалки смотреть. Свис делаю сантиметров 50. Когда меньше, когда больше. Будем сейчас точность отрабатывать. Кстати, точность с кастингом намного проще. Палец на катушке, на леске. В любой момент можно прервать ход полета и положить воблер, либо приманку другую там, где тебе это надо, а не там, куда летит. Ладно, пойдем дальше, пройдем. Ладно, буду домой собираться. Дождичек что-то начинается. Рыб клевать не хочет. Поставил опять вертушку. Побольше белого цвета. Ну что-то. Тишина. Здесь рыбы нет. Сейчас в обратную сторону пойду, кидану чуть-чуть.
Ну, все равно от наряда ушел. Комплект обновил. Потренировался. Погода-то самая щучья. Клюй не хочу. Вот она не хочет. Это все мелкий шнурок злобный виноват. Ладно, буду закругляться, наверное. Всем пока. Так, у меня походу трофей. Ой, хоть дровину поймал.